В Кирово-Чепецке на днях завершился отборочный этап одного из самых престижных детско-юношеских турниров страны «Золотая шайба». Победа на этом турнире гарантировала команде право представлять область уже на всероссийском этапе турнира «Золотая шайба». Среди участников спортсмены разных возрастов. Особенно отличились самые юные хоккеисты. С чего начинаются победы в спорте? Расскажем далее. Праздник хоккея. Именно так отзывались жители Юрьи об этом спортивном мероприятии. Как и на любом празднике, присутствовали гости. Не обошлось и без подарков. И все ради них, юных хоккеистов района. Ребята из местного клуба участвуют в региональном турнире по хоккею «Золотая шайба». Рассчитывают, как и все их соперники, только на победу. Все-таки опыт есть. Поднимались уже на пьедестал почета. Ну вот ездили, как начался эта зима, мы ездили, выиграли, второе место заняли. И подобные успехи сегодня нужно приумножать, уверены организаторы турнира «Золотая шайба» в Кировской области. Главное, чтобы ребята сосредоточились только на тренировках. Об остальном, в том числе о снаряжении и площадках для тренировок, должны позаботиться взрослые. И возможность такая сегодня есть. На это и направлен проект «Золотая шайба». То есть на поддержку и развитие детского и юношеского хоккея. Вот и на этом празднике спорта от генерального партнера окружного проекта компании «Уралхим» юрьянский клуб получил ценный приз – снегоуборочную машину для местной площадки. Необходимо, вообще необходимо. Это просто необходимо. Я очень доволен. Тем более нынче такие снегопады, это убирать снег, это красота. Кстати, на средства компании уже приобретены комплекты спортивной формы для юных хоккеистов Зуевки, города Слободского и Слободского района. Кроме того, в феврале была открыта новая хоккейная коробка в Зуевке. Член попечительского совета окружного проекта «Золотая шайба» депутат Рахим Азимов напомнил гостям праздника, на что направлена такая поддержка. И огромное спасибо хотел бы сказать родителям, которые привели детей своих в спорт, уделяют этому внимание, потому что спорт, он не только закаляет, дисциплинирует, но и растит патриотов, настоящих граждан нашей великой страны. Продолжился праздник хоккея уже в Кирово-Чепецке. Там в Олимп-арене состоялся уже финальный матч отборочного этапа детско-юношеского турнира «Золотая шайба». За право представлять регион в своей возрастной группе уже на всероссийском этапе боролись кировская команда «Союз» и чепецкая «Олимпия». По итогам финального матча победу одержали юные спортсмены из Кирово-Чепецка. Ребята молодцы, это очень тяжелый финал. Команда соперника крепкая, быстрая, вот нам пришлось очень тяжело, играли в два звена. Вот, но слава богу, справились, и я очень рад такому результату. Победителям и призерам турнира были вручены кубки, медали и грамоты, и опять же подарки, денежные сертификаты на приобретение спортивной формы и клюшек. И чтобы вы достойно выступили в Сочи. Самого вам всего доброго и только побед всем! Теперь «Олимпия» в своей возрастной группе представит область на всероссийском этапе «Золотая шайба» в Сочи. Но победители здесь все, уверены организаторы турнира. Все, кто любит спорт и совершенствует мастерство. Было бы желание, а без поддержки никто из них не останется.